Велосипед – это универсальный транспорт передвижения, на котором можно преодолевать большие расстояния. Всем привет! Я покажу 7 невероятных лайфхаков для велосипеда. Поехали! Цепь приходится менять каждые 2000 километров. Для увеличения ее срока службы нужно правильно переключаться, то есть не растягивать. Просто переключите так, чтобы цепь не шла на перекос. На каждом велосипеде есть амортизированная вилка, но не все знают, что с помощью нее можно ездить быстрее. Нужно поставить жесткий режим, и вы можете ездить на 15% быстрее, но при этом ваш велосипед станет жестче. Если вы собираетесь составлять велосипед при входе в супермаркет, то нужно купить 2 тросика, так как воры воруют или рамы, или колеса. Просто пристегивайте колесо к раме, а раму к перьям. Так вот максимально защитите велосипед от кражи. Кстати, могут украсть и седло, и все, что на нем находится, и пристегнуть. Если вы оказались в экстренной ситуации и нужно срочно затормозить, не делайте это задним тормозом. Он малоэффективен. Лучше тормозить сразу 2 тормозами. Так вас точно никуда не занесет и будут ходки стираться равномерно. Лайфхак с седлом. Это очень важно подстроить седло именно под вас. От этого зависит комфорт поездки. Для настройки сядьте на велосипед и посмотрите, чтобы нога была выпрямлена, но не полностью. И также, чтобы седло было под правильным углом. Если вы планируете ездить зимой на своем железном коне, то тогда возьмите обыкновенные пластмассовые стяжки и обтяните вокруг вашего колеса. Так будет лучше сцепление со льдом. Если у вас слетела цепь и нужно ее чем-то поправить, а под руками нечего, тогда лучше взять перчатки медицинские, так вы не запачкаете руки. Ну а если их нету рядом с вами, тогда используйте то, что вокруг вас. Поднимите, допустим, кулечек и кулечком поправьте цепь, либо той же палочкой. Ну вот, это были все лайфхаки на сегодня. Если вам понравилось данное видео, не забудь подписаться на канал, оценить его и оставить комментарий, который я обязательно прочту. Всем удачи и пока, ребят!